понимаю, правда, зачем мы на этой карте играем. Ну да ладно. Что за карта? А, я ж хост. Пэддифилд. А, я ж хост, я мог поменять. Ну я дурак. Нормальная карта и конкурс интересный. Нет, говно полно. Так, что мы делаем? Кто куда, короче? Давайте я пойду куда останется. Я, наверное, пойду танковать, потому что повесил. А можно пойти забрать Борис? Не знаю. Ну, вы тут друг с другом играете, вам проще координироваться. Браво, опять? Браво, опять? Да не, браво. Я не знаю, не верю. Ладно, хорошо, пускай позиционка. Я пойду на Лиму. На Лима. А ну иди на Лима. Ну, чуть дальше, конечно, да, Лима. Да, 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 чуть дальше, на Майк. Ага. Ладно, я тогда на Инди оборон поставлю, вам где-нибудь помогу. Да, возможно, есть смысл прорывать эхо, но чё-то я не уверен. Ладно. Можно эхо прорвать, я могу танки притащить. Да. Ну, постарайтесь эхо тогда, и чё? Самолетики нужны. Я возьму что-нибудь, какой-нибудь мираж потом. Чтобы меня в говно не стерло. Так, ладно, танки. А, и спайки, конечно же. Ладно, ты тогда, кто там со мной? Крот, крот, тащи эту пехоту дракорпсовскую. Не, подожди, с тобой пикуда пойдет, а пикуд что за дека? У меня синие драконы и рок. А, ну вот, вы, не, вы вдвоем на эхо пойдете, я на хз. А, ну тогда тащи мне эту пехоту. Я, это, птуры можешь не тащить направо, я туда спайки посажу. Ну окей. Нахер там твои чумат не сдались. Он сгорбил чумат. Чумату грустно. Зачем так грустно? У меня осталось 90 очков, я куплю потом бас. Или я могу, да, прямо сейчас шахак купить. Найти музло. Подожди, что там последний? По кэшепкам вот, давайте на кило оставлю тогда. Я на оскаре свое оставлю. Ага, ага. А, блядь, я взял второй хоп. Не, я еще блок вначале возьму. Окей. Ну я тогда подожду, возьму бас. Не вылетай блоком прям сразу. Подожди 8 okay. секунд. Так, если че, танковый, всем буду на эхо вот тут вот подъезжать с этой стороны. Че, едем, нет, а то я чуть-чуть. Ну, если не едем, они скажут. Потом ливанут еще. Да не, не ливанут. Как бы ухо. Глухо он такой, знаешь. Привередливый. Все, можешь лететь своим самолетом.
Ага. Ага. О, слышишь, если у тебя блок, давай. А, бля, у меня ретард Сэм. Ладно. Ты что хотел сделать? Я хотел взять крипи-струни, залететь в бортину. О, Торик едет. Ко мне говно летит. У меня нет. Смотри, разведет. О, ничего себе. Ой, все, зрада. Ой-ой-ой, я чуть не попал. Говно. Ага, поддержка воздуха. Я командир на жилет купил. Так, пекут, притащит пехоту вот сюда, тащи, если что. Прикрывай тончисы. Сколько у вас ракет? 6? Да. У вас из-за 34. Угу. Нихуя, у меня бы ухо еще есть. Осторожно, если вертолет есть, там иглы. Так, одна буха переезжает к вам на дельту. Печально, чё? Может, посетить там, когда можно. Вон. Так, так, ладно, все, я начинаю, наверное, закупать кошмы. Вы там развлекайтесь.
Купить на майк я на инди купил. У нас все okay, хорошо. И так. Спать охота. Спайку тут еще подкармливаете. Я как-то шмо вызвал. А, он там аж пошли. Ну, а сейчас от мерка очень есть будет Маглана. Ага. Там нихера не останется, чтобы накормить на самом деле. Я понял. Самолет подъехал. А вот и был ухо, кстати. А это может вторая? Ну не знаю, вторая или нет, но там главное был ухо есть. Это вот все, что я знаю. Так, это Манкаки вызвал? А, не-не-не, это вторая буха, слышишь? Мне он пытается выкрутить. Ага. Слышь, не лезь туда, уйди оттуда. Ты там сейчас ничего не слышишь, пусть сами к нам идут. Только ребят похоронишь. Так, Мика на разу не пить, Путин. Так, давайте я хочу ЛРМ. Куда его залить? Давай что-то. Да я сам туда заливаю. Эй, а одноразовый мид. Хейбунгов отсюда убери, я могу написать. Буратино. Это неприятно. Ты задыми киркалы, слышишь? Давай задымим. Они у меня сами этого и так подымем, они должны выйти. Ну а просто тут ВДВшники прям уже видишь, да. Да не-не-не, я убегу. Ну хуй знает, я лучше задымлю. Ага, не, нормально. Сразу арта летит. Да-да-да, вижу. А, это хуй, да. Вот это бы, конечно, чем-нибудь убить. Я вызвал туда, ну могу, давай кур оставлю. Ну ладно. Я вызвал туда цеху и походу на дело. Угу. Ой, блядь, всех не он. Так, серия летит. Я, да. Yeah.
Блядь, Милан. Да вниз. Путин. Как будто у нас в воздухе есть истребители. Да, целых два. Е-е-е. Воздухло. Че, я могу сейчас на Буху вылететь, либо на Твердого? Я в Буху уже отстреливаю, господи. Давай. Давай. Штауфенберг лагает. Да походу выли. Регенберг. Не, не вылетит. Ну он был близок, да. Блять, так и знал, нахуй ебали, скорее, что все запали. Говно, просто мираж говно. Пиздец. Не, мираж норм, не надо тут. Я ему сказал повернуть, он такой, а? Ага. Ну, включи, кстати, боеприпасы к грузовичку и подъедь к меркалам. Чтоб чинились быстрее. Арта по меркалам. Ага, это фугас. А, нет, да, по меркалам. Ты карталики? На одном хп осталось. Ух ты, там очень много ВДВшников. ПД в воздухе. Меня сейчас канцером обозвут. На них ходи. Так, чё, может ещё одну кошму достать? Не надо пока кошельки. Так, обойдёмся. Ну давай, истребитель возьмущий. У меня тоже два истребителя есть, если надо говорить. Ой, я по своей пехоте попал, не очень хорошо. Что за тебя? А, не Путин. Серия на ХТ. Ууу, пишите.
это было близко. Вот этот манкати, пожалуйста, пригони сюда, спасибо. У меня дыркава сейчас почти нечем чинить. Так, а чё не могла мне делать-то? Одноразовый. Мигер, пошли убьём. Давай. Мигер убежит. Засал. Ещё бы он не засал. Я тоже засал. Там два Буратино, естественно. Так, я бас тогда уберу, раз тебе нравится висит. Арта. Куда выбирать? По-моему, они раньше дадутся, чем мы что-то сделаем уже в воздухе. Мигер. Угу. Я пойду с полу воевать пока. Или не с полу.
120 мм. Берем. Я не подарник. Сид. Вилл 27 мм. О, отлично. Хватит бы иметь. GG. Так, а что у него вилл-меркало, я не понял. Петер. Опять работа. Вот и все. И я на вас. Ну и вас. О, не в бафи был. Нормас, я авиации насливал и... Лол, вообще больше всех набил. Неплохо, неплохо. Я не 80%. Крутой.